Почему мы мыслим столь противоречиво? Потому что любая покупка – это всегда выбор. Выбор между тем, что мы хотели, и тем, что получили. Выбор между тем, на что согласились, и тем, от чего отказались. Покупка квартиры – это очень сложный выбор, потому что он определяет то, как мы будем жить в ближайшие годы. И это тот вопрос, в котором сложно идти на компромиссы. Наш загородный квартал не ставит нас перед выбором, не принуждает к компромиссам. Там уже сейчас есть все, что нужно для счастья. Специалист единого центра продаж новостроя города Тюмени. Меня зовут Екатерина. Сегодня мы расскажем вам про жилой комплекс «Шоколад». Жилой комплекс «Шоколад» находится в 9 километрах от города Тюмени, в поселке Боровском. Рядом с жилым комплексом, буквально в 400 метрах, расположен пруд. Также здесь находится озеро Андреевское, очень много баз отдыха, школы, садики, магазины. Это действительно идеальное место для комфортной жизни недалеко от нашего города. Дома в жилом комплексе «Шоколад» пятиэтажные, они сделаны из кирпича. Посмотрите, мы сейчас с вами находимся на балконе, как здесь много света. Вы видите, окно начинается очень низко от пола, за счет этого балкон будет светлым. И он панорамный. В каждом доме есть своя газовая котельная. Прошу заметить, какая здесь очень крутая отделка. Здесь, то есть квартиры сдаются в таком виде. Идет гипсовая штукатурка, стены у вас выровнены, пол у вас выровнены. Также в полу есть шумоизоляция, система плавающий пол, соответственно, чтобы звук у нас не гулял по стенам и к соседям. Разводка отопления идет горизонтально. Что касаемо окон, здесь идет двухкамерный стеклопакет. В принципе, открываются. Ну-ка, интересно. Вот. О, замечательно. Ой, у меня так пузико будет видно. Смотрите, высота потолков 2,70. У меня рост 1,80 м. Понимаете, да, насколько здесь высокие потолки? Запись на просмотр по телефону 55 55 15. Единый центр продаж новостроя города Тюмени. Записывайтесь на просмотр, звоните, спрашивайте Екатерину. Приеду, покажу. Лифт? Лифт! Лифт! Стой! Стой, я же говорю, надо вот так делать, чтобы... Лифт? Да ёпперс! Надо быстро говорить, выходить. Лифт Отис. Так, все, вышло. В жилом комплексе «Шоколад» лифты Отис. 5 квартир на площадке, в зависимости от подъезда, это может быть 4, либо 5 квартир. Мы сейчас с вами заходим в квартиру площадью 81,6 квадратных метров. Это трешка. Дверь металлическая, очень качественная входная дверь. Здесь уже стоит видеодомофон в каждой квартире. Смотрите, ну-ка. Алло, во, видеодомофон. Посмотрите, какая классная большая прихожая. Она очень большая. Пойдемте на кухню. Это кухня. Теперь мы заходим в первую жилую комнату. Коридоре, пойдемте, я вам покажу санузлы, это очень круто. Посмотрите, первый санузел, есть окно, раз. Второй санузел. Па-бам! Опять окно. Круто, да? А это вторая жилая комната, пойдемте. Кстати, выход на балкон,
Мы там были, я вам уже показала. Пойдемте в третью жилую комнату. Вот они, эти два крутых санузла. Третья жилая комната. Кстати, отсюда видно двор. Там будет застройка еще продолжаться. Вы знаете, здесь так тихо, очень непривычно. Вроде бы квартира прям настоящая квартира, классная, с отделкой хорошей, площадь хорошая, окна в санузлах, детская площадка. Смотришь в окно, дети гуляют. Нету этого шума постоянного. Очень здорово. А это один плюс квартира. Кухня-гостиная и жилая комната. Посмотрите, какая прихожая. 9 квадратов. Вы знаете, кстати, когда заходишь в не очень большую квартиру, но в ней есть большая прихожая, квартира автоматически становится очень большой. Пойдемте в кухню. Кухня 13 квадратов. Вот здесь можно поставить кухонный гарнитур, счетчики. Видите, все стоят. А это санузел. 6 квадратных метров. Очень классно. Мы с вами заходим в жилую комнату. Это просто супер. Посмотрите, как здесь светло. Посмотрите, какие большие окна, ложи. Опять же, супер остекление. Меня видно? В описании под этим видео вы можете найти ссылку на наш сайт tyumen.rf. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Репосты. Потому что распашонка только на первом этаже. Видите, как мы много знаем? На одну сторону получается. Да. Мы вообще сейчас про другой жилой комплекс говорили. Так что вы нам звоните. Мы вообще много знаем. Посмотрите, какие красивые почтовые ящики. Прям в цвет шоколада. Ну, жилой комплекс же шоколад называется. Туда пахнет шоколадом. История жилого комплекса «Шоколад» удивительным образом напоминает историю изобретения самого шоколада. В начале 19 века голландский химик Конрад ван Гутен сконструировал пресс, который позволил отжимать из тертого какао масло. В тот момент он даже не подозревал, чем это изобретение обернется для человечества, и что если это масло добавить в жидкий шоколад, тот затвердеет и превратится в лакомство, которое станет самым желанным в мире. Так же и мы, задумывая загородный квартал, даже не предполагали, что в процессе строительства он окажется гораздо больше, чем выглядит на первый взгляд, и откроется нам с совершенно другой стороны. Когда мы начинали этот проект, то считали, что шоколад – это то, что снаружи. Монетка рядышком, как замечательно. Кстати, есть квартиры, в которые можно зайти не с подъезда, а с лоджии. Очень круто. Ой-ой-ой! Ничего, нормально все, спасибо, все классно. Я вас тоже люблю. Все, Николай Ивановичу привет передайте. Территория данного комплекса закрытая. Посмотри, какой песок светленький. Он как будто, знаешь, как будто это Мальдивы. Боровские Мальдивы. Я могу тестить детские площадки? Так, я начну с самой моей любимой карусели в детстве. Это крутилка. Мне нужен ассистент, который поможет раскрутить этот барабан. Очень крутая площадка спортивная, воркаут площадка. Воркаут зона называется. Сейчас я продемонстрирую все свои спортивные способности. Подожди, неправильно же я села, да, вот так вот? Блин, капец, да я вас, да, ладно. А вот так держать, да, ноги? Подожди, нужно, чтобы был большой угол наклона, чтобы пресс сильнее напрягался. Для первого раза 3 достаточно. Наш мини-обзор жилого комплекса «Шоколад» закончился. Звоните нам 55 55 15, записывайтесь на экскурсии. Приедем, расскажем, покажем. На самом деле здесь все можно... Очень круто. Гораздо дольше все можно смотреть, чем длится наш мини-обзор. Поэтому жилой комплекс заслуживает вашего внимания. Это действительно комфортная жизнь недалеко от города. Да. Пока-пока! Здесь так красиво. И та-та-ра-та-та.
Вас не слышно. Можно я стану ближе, чтобы мои ноги казались длиннее, чем у нее? Кстати, да. Давай ты говори. Ты у тебя говори. Вообще классно с речью. У меня просто прям проблема. А ты просто скажешь «да». Да, я скажу «да». Давай. Да? Ну да. Ну вот мы... У меня все было хорошо с речью. А главное, мне ветер в спину вот сюда волосы, а тебе красиво развивает. Нормально? Ну, это же не мои. Это, кстати, мой дебют. Так что не судите строго. Возможно, у меня были какие-то проблемы с речью. Но это все временно, я обещаю справиться и к следующему выпуску подготовиться. Ну я же хорошая, я в жизни же я намного, я лучше, лучше за Женя. Я же веселее, чем сейчас. Саша, можно потише, пожалуйста? Съемки идут. Да это бесявый Саша. Ты просто много весишь для этой качели. Там же для детей до 5, мне кажется, килограмм рассчитано. А не для мужчин, кому за 70 лет. Не килограмм. Подожди, тут канатная дорога, подожди. Как у него щечки трясутся. Прикольно. Опять я, посмотрите, какая лоджия, это всего 3500, ну нет, это у меня в правобережном. Ребята, вы видели, какая тут лоджия? Вы же видели, 16 квадратных метров. Мое любимое место в доме – это лоджия. Как отвернуться? Вот. Заткнул душу. Спасибо, ребят, за поддержку. Спасибо, ребятки. Это мои друзья. Не поворачивайся. Все, можно, да?